Торжественное мероприятие прошло на площади у Зимнего театра. Здесь развернулась большая выставка военной техники. Ребята смогли увидеть боевые машины, подержать в руках настоящее оружие, а также познакомиться с автомобилями МЧС. Парад юнармейцев – это один из 9 военно-патриотических отрядов и клубов, которые работают в Сочи. Сегодня их ряды пополнились. 90 юных сочинцев посвятили в курсанты. Готовить себя к служению и созиданию на благо Сочи, Кубани и России. Клянемся! Клянемся! Всегда следовать девизу. Мы помним, мы гордимся. Клянемся! 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 Военно-патриотической работе в Сочи уделяют все больше внимания, и желающих примкнуть к рядам юных патриотов становится все больше. Сегодня в этом движении уже более 3000 школьников. В последнее время именно к военно-патриотическому воспитанию у нас уделяется очень большое внимание, и детям очень интересно в этих клубах, потому что там и занятия спортом, и рассказывают об истории. Старшие товарищи воспитанников патриот-клубов удивляли показательными выступлениями. Спецназ и ОМОН продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также прямо на театральной площади развернули спецоперацию по задержанию вооруженных преступников. Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Дату в эти дни празднуют по всему краю. Поэтому в завершении торжественной присяги новобранцев было развернуто Знамя Победы, а юные патриоты прошли торжественным маршем. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.